Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре три букса. Первый, кто помнит, Solana Falset. Такой букс был. Потом он что-то перестал работать. Видать, у них техработы были или что-то в этом роде. Переименовали. Я его не удаляла, просто ежедневно пробовала заходить. И вот теперь они его переименовали SolPay. Название у него, ребятки. Работает все замечательно. Минималка на вывод от 100 токенов. Вот. Ну и заработок, как обычно, ПТС. Просмотр сайтов. Кликаем. Идет отчет таймера, разгадываем капчу, возвращаемся на страничку, и нам идет зачет, как бы, да. Далее короткие ссылки. Потом, так, да, короткие ссылки у нас здесь еще. Что еще у нас здесь? Кран есть. Бонус у нас здесь есть. Также не забываем. Вот. Кликаем Next. Разгадываем капчу. 3, 1, 2. И кликаем. И все, нам засчитали 5 токенов. Вот, давайте я еще в новом SolPay после тех работ не выводила. На Coinbase здесь от 300 тысяч токенов. Ну а на Falset Pay здесь от 100 токенов. Так, у меня 172 токена. Сюда прописываем email адрес с Falset Pay. Или если у вас есть сумма 300 тысяч, можете выводить на Coinbase. Я кликаю вывод. Это 741 монета. Я вывела. Баланс мой обнулился. Переходим так на Falset Pay. Сейчас страничка обновится. И Solana Pay 741 Solana Satoh вывелась. Так, это вернулся наш старый добрый букс. Далее, следующий букс CryptoClick. Здесь я уже работаю какое-то время. И я неоднократно, ребятки, с него выводила. Регистрация здесь также. Логин, имейл, пароль, капча. Подтверждаем обязательно почту. Кликаю вывод. Я с него сделала 2 раза вывод. Все замечательно платит. Сегодня я сделаю еще один. Здесь минималки вообще нет. Здесь также мы просматриваем рекламку. Рекламки здесь более чем достаточно. Вот. Ну, давайте вот 5 секунд. Ну, а реклама здесь одинаково везде. Разгадываем капчу. Кликаем Вэри. Возвращаемся. И нам зачет. 75 коинов. Так, также короткие ссылки. И автокран доступен, когда мы просматриваем короткие ссылки. Есть обычный кран. Нам дают здесь 300 тысяч коинов и 800 клеймов в день мы можем делать. Также мы разгадываем капчу. Антибот. Ничего сложного. Кликаем. И 300 тысяч коинов зачислено. Задания здесь нету заданий. Историю вам показала. Ну, в принципе, и все. Давайте выведем монетки. Вот у меня такое количество монеток. Также на домашней страничке реферальная ссылочка находится. Телеграм-канал у них есть. Можно присоединиться. Здесь можно выводить в лайткоинах. И 3 монетки. Фиора какая-то. И вот я выводила в Solana. Значит, один коин равен вот столько сатошков. 33 сатохи. Но минимум. Нету минимума. Можно выводить сразу. Инстант. К
кликаем сюда. Адрес привязанный к PausedPay 124.905. Так, идем на PausedPay. И я перезагружаю страничку. Так. CryptoClix. 124 монетки вот этих Solana. 3 декабря. Так. Баланс мой обнулился. Далее. И третий букс, ребятки. На вывод я его не проверяла. Ой, регистрация. Ну, регистрация, как я уже сказала, логин, имейл, пароль. Кликаем регистр. Имейл, юзернейм, два раза пароль, капча. И обязательно подтверждаем адрес электронной почты. Вход, как обычно, по имейл адресу и паролю. Разгадываем капчу. Машина. Сейчас я войду в кабинет. Там что-то. Самолет. Кликаю логин. У меня на данный момент 100 токенов. На вывод я его, ребятки, еще не проверяла. Минималка на вывод здесь от 500 токенов. Идет. Ну, то, что он платит, я не сомневаюсь, потому что реклама гремит. Выводы есть на... Как выйдешь из кабинета, там показаны выводы. Вот. Также в биткоинах, в догикоинах, TRX, ну и Solana. Вот. На чем мы здесь работаем? На также... Давайте пройдемся по вкладочкам, да? Ну, рефералы находится наша партнерская ссылочка. Вот она. Далее. Это достижение. Автокран доступен, когда мы просматриваем короткие ссылки. Обычный кран. Ну, все как везде. Разгадываем антибот и капчу. 8, 3, 11 и капча, наша любимая. И 27,5 токенов засчиталось. Далее просмотр сайтов. По 45 токенов. Как бы нормально. Что мне здесь? Ну, давайте покороче возьму. Ждем отсчет таймера. Разгадываем капчу. Кликаем. И 25 токенов засчиталось. Минималку наберу, естественно, я запишу видео по выводу. Но он, ребятки, платит. Что еще здесь? Больше такого и нет. Так, депозиты нам не надо. Ну и все. Вот. Кому интересно, заходим, работаем, зарабатываем. Ребятки, у меня вот есть такая табсбок. Я на всех буксах работаю. У меня вот как бы, да, все они подписаны. Каждая закладка. И вот мои криптобуксы. И я по порядочку просматриваю. Просматриваю, закрою. Следующий открываю. Очень мне так это удобно. Я просматриваю. Вот я создала уже третью вкладочку. У меня здесь всего два букса. И на каждом буксе я сижу, работаю, просматриваю рекламку. Вот. Всем удачи, всем пока.